Туда дальше, значит, еще какой-то дом, привет, зритель. Привет, зритель. Офигеть, как тут сделали. Ехала сейчас в автобусе, и от пассажиров поняла, что делал дорогу Мышкин. И какая-то большая человека должна была принимать эту дорогу. Родственник должен провожать мою тетю и заодно меня подхватить на обратке. Поэтому я тут буду сейчас стоять и ждать. У меня тут сумочка случилась с японской кастрюлькой, сделанной китайцами. Потому что у меня были овощи, но мне было их никак есть. Но не выкидывать же овощи на мясном бульоне. К тому же я похавала банан. В общем, у меня что-то еще случилось бананов. У меня еще штуки 3 бананов осталось. Я совсем забыла, что собралась в деревню в субботу. И на днях купила бананов. Много. В этот раз вот я вот так, потому что у меня там всякая еда. Наверное, пока, зритель. Привет, зритель. Вон там вот пруд. Вот здесь ручей. Раньше вон там был мостик, а здесь была тропинка, пока не сделали дорогу. Даже небольшой намек еще остался на эту тропинку. Пока, зритель. Кишка. Мы ему загораживаем этот самый обзор. А там кто вообще? Вроде никого такого не должно быть. Волосина прямо на экране кошачья. Вот в естественной среде обитания. Правда, на улей посадила его я.
Фуф. Ну вот, удрал. Тиша. Ты видишь, что тебя снимают? Наверное, не видишь. Ну ладно. Надо это все. Привет, зритель. А то телефонова память будет заполнена. Камеру не взяла. А надо было бы взять. Случай раздумий, почему наши родственники, уже почившие с миром, по большую часть крыши покрыли не шифером, а той черной фиговиной. Я думала, что это Толя, оказалось, что это рубероид. Тут мой веричек стоит. А тут вот снова идут рассады. Я что-то в этот раз, ну не рассада, конечно, заросли. В этот раз тут не была. В прошлом году как-то плохо было с этим делом. В общем, кипречик тут идет молодыми зарослями. Так что на следующий год будет кипречик. Будет где поживиться. То в том месте, где раньше я всегда собирала. Ну, по большей части еще и там. Что-то как-то все сдохло практически. Еще в одном месте было, но так как там больше не косят уже давно, то и не пройдешь. Не знаю, что не так. Может, в настройках как-то опять что-то сбилось. Но на телефон, когда снимаешь, оно как-то все приближено. Какая-то птичка где-то курлыкает. У меня вчера дятел сидел. На одной из берез, а потом на ветле. В общем, отрубаюсь я пока.